Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня коротенькая новость. При входе в игру сегодня мне выдало окно сообщение, в котором было написано, что выдается мне задание сделать 10 боев, получить награду, ну и там дальше я уже смотрел, что необходимо за 4 дня, по сути, с момента первого входа в игру, начиная с 12 числа, 24 часа на каждое задание дается. Задание, в принципе, плевое. Как я уже сказал, первое задание — сыграть 10 боев. Награды довольно-таки прикольные. Халява, она всегда халява и приятной остается. Итак, квест они назвали «Подготовка к Хэллоуину». Давайте посмотрим, что подробнее нам об этом говорят. Сразу скажу для тех, кто хочет побросаться там чем-нибудь у меня в комментариях, мол, типа, я и сам могу зайти в магазин посмотреть там или в игру зайти посмотреть новости. Понятное дело, что можете, я записываю данное видео на тот случай, если вдруг кто-то не планировал заходить в игру, но увидит мой видос и его это заинтересует. Ну, то есть, чтобы ребята просто не пропустили чего-нибудь приятное, интересное, ну, либо важное. Итак, смотрим, смотрите, есть с 12 по 20 число при входе в игру вы будете иметь по 24 часа на каждое задание. И, соответственно, после выполнения первого задания будете получать задание номер 2. Таким образом, за 4 задания вы получите следующую халяву. Вы получите суммарно 8000 свободки, ну как бы ни о чем, но все равно приятно. И 300 голды. Вот это уже более интересно, особенно для тех, кто не донатит, которые собирают кровную голдишку исключительно просмотрами видосов, либо выполнением каких-то боевых задач. Вот это, ребят, квестик исключительно в первую очередь рассчитанный на вас. Итак, первое задание — сыграть 10 боев, сразу 150 голды получаете. Потом 10 тысяч единиц урона, согласитесь, тоже плевое задание. 4000 свободки. Потом уничтожить 10 танков. Ну, как бы тоже, я бы сказал, больше плевое задание, чем тяжелое. Может, для кого-то, конечно, и составит это. Ну, какие-то там усилия и труды необходимо будет приложить. Ну, для тех, кто прям совсем там, ну, начинающий, либо не умеет играть. Ну, короче говоря, может, для кого-то это будет там определенной сложностью, но, ребят, в итоге 150 голды на выхлопе, и потом одержать победу в 5 боях, как бы тоже, согласитесь, в течение 24 часов это вполне возможно. Получаете, опять-таки, 4000 единиц свободки. На этом новостная лента по данному вопросу заканчивается. И вот если вы перейдете к себе в ангар, выйдите из новостной ленты, обратите внимание, что нет никаких заданий, их нигде нет. Я зашел даже ради интереса, посмотрел. У меня там мой висит вот этот вот папочка с заданием на стойкого, на камуфляж. Я думал, честно говоря, что это как раз это задание есть. Но оказалось, что нет. Ничего не выложили. Итак, вот прошелся я сейчас по своему хранилищу. Понятное дело, что нигде в других рубриках этого быть не может, только в разделе «Разное». И я так себе понимаю, ребят, поправьте меня в комментах, если я не прав. Скорее всего, с учетом того, что у меня сейчас версия игры стоит до сих пор 9.3.0, соответственно, скорее всего, при выходе сегодняшних обновлений, после которых будет заблокирован СНГ сервер, ну и, соответственно, уже будет поставлена финальная точка в разделении серверов, скорее всего, вместе с этим обновлением как раз и появится задание, которое необходимо будет начать выполнять. Вот такая вот новость, ребят. Кому интересно было, жмите лайки, подписывайтесь на канал. У меня только свежие новости, честные обзоры, никем не проплаченные. Ну и видео, которые в первую очередь будут полезны новичкам. Ну и ребятам, которые знают, что главный смысл игры заключается в получении от нее удовольствия. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.